напился почти. Подсхолди, сынок. Мы решили в Вербилке не заезжать. Тут не видно. Мы заехали вот в Карусель. По дороге в Дмитров. Да? Мы же в Дмитров еще. Ну, мы проезжаем Дмитров. И заехали, вот я не знаю, где-то здесь. Заехали. Сереж, выходи давай. Карусель. Ну что ты вылазишь? Нет. Надо докупить кое-чего. Ну, пойдем. Да. Здесь вход прям. Чуть-чуть докупили. Рюмок не нашли, короче. Как бабушка просила. Такое, колбаски купили. Котлетки, сок, туалетная бумага. Ладно, все, я выключаю. Мы сейчас едем уже, ну, уже чуть-чуть осталось до дачи. И вот мы едем по над дорогой. Вот это все машины стоят, а их куча. Сейчас это как-то еще меньше. А то прям стояли вообще прям друг за другом. Это люди ходят по лесу, собирают грибы. Говорят, грибов очень много в этом году. Вот куча машин, и все собирают грибы, ходят. Мы решили, что тоже, наверное, за грибами сходим, да, Андрюш? Да. Да, тоже пойдем за грибами. Ага. Вон, люди прям с корзинами идут. Что-то они прям. Не знаю. Я папе уже говорю, уж прям не знаю, что и брать с собой в лес. Пакетик, корзину, мешок, ведро. Майонезную баночку, да. Мы ж грибники еще те. Все, подъезжаем. На дачах жизнь кипит. Блин, все заборы понастроили, что ничего не видно. Да? Так было классно, когда у всех были эти сетки рябицы. Идешь по даче, гуляешь, рябицы, да. Смотришь, классно. А сейчас все умные, сейчас заборы все понаставили, заборы, да. И ничего не видать. Аж неинтересно. Так, нам сказали, что там где-то грейдер едет. Грейдер, это который дорогу разравнивает. Он проезжает, чтобы разровнять дорогу. Кочка. А зачем? Их. Папа сейчас придет. Грейдер здесь работает. Сказали постоять, подождать 2 минуты. Не можем мы сейчас проехать к себе. Будем ждать. А что делать? Вон машины собираются. Будем ждать. Грейдер, мы едем за ним. Потому что нам надо проехать. Ну, понятно. Нам надо проехать. Чтобы сходил, я увидел. Сейчас увидишь. Все, мы приехали. Так, что тут у нас у соседей? Все хорошо, да? Ага. Сейчас будем заруливать. Кушки, у нас кушки, во. СНТ кушки. Соседи повесили. Баба уже открыла забор. Ой, ворота. А, Санюха уже. Летит. Тут это, подстелили нам еще один матрасик. У нас теперь кровать. А, ну так просто не увидишь, да?
Надо вот так показывать. Вот один матрас лежит. Да, у нас теперь два матраса на кровати. Сегодня буду спать как принцесса. Куча одеял. Короче, мы уже на даче, кайфово. Попозже сходим на огород, посмотрим, что там интересного на огороде. Кукурузку уже вижу. Смородина красная я вижу. Фу, пока расстелила всем кровать, задолбалась. Это папе. Это нам, Серёненька. Время 12 часов дня. Сейчас будем кушать. Сегодня я буду целый день кушать рыбу. Не надо. Нет, не надо. Не, ладно, не надо. Да-да-да. Привыкайте, да. Что вы? Нет, в Инстаграм не укладывает. Не знаю. На Ютуб. Но мне там такие сны снились. Да? У меня в жизни такого ничего не было. Это, мне, наверное, это потому, что ты со мной спал 100 пудов. Или с тобой спал. Да? Тебя. Вот, едят. Я снимаю, что вы едите. Да. Там три огурца. Рассольник. Ну что, как тебе рассольник? Суперский.